прощай, приют. Осторожно. Почти у цели. Стоять! И где Филлис? Месье, я не знаю. Ты на что уставился, идиот этакий? Быстро достань Филлис! Извините, я не совсем понимаю, куда вы смотрите. На меня. Да нет, я просто немножко расстроен тем, что ты хотела сбежать отсюда без меня. Бежать без тебя? Я? Нет, я просто любовалась изумительным видом. А, просто, знаешь, ты без меня и 5 минут не продержалась бы. Не надо, ты же знаешь, чем это закончится. Мы вместе с тобой сюда попали и убежим тоже вместе. Обещаю. Ладно. Эй, Виктор, Кия! О, нет, началось. Последний раз, поняли? Простите. Извините, мы... Отпусти их. Ты иди к себе в комнату. Спасибо. Спасибо, мать настоящая. Хватит, иди к себе. Я только хотел сказать, что вы нам как... Хватит. Мать настоящая. Хватит. Хорошо. Филлис, я знаю, что ты мечтаешь стать танцовщицей. Мы все это знаем. Но я... Все о чем-то мечтают. Но запомни раз и навсегда. Мечты — это не реальность. Забудь все мечты. Ведь жизнь сложна, жестока и безжалостна. Но... Ясно? Ясно. Это, дорогая моя, балетная школа в Париже. При Парижской опере. Там одни танцоры, они танцуют. Где ты это нашел? У меня есть связи. Ну что, хватит? А можно еще посмотреть? Нет. Пожалуйста. Нет. Но если мы сегодня сбежим, клянусь, что я тебя туда приведу, и ты станешь величайшей танцовщицей, а я величайшим изобретателем на всем белом свете. Клянусь. У тебя есть план? Блестящий план. Такой же гениальный, как я сам и все мои гениальные идеи. Дай посмотреть. Сбежим, сейчас. Посмотришь. Сейчас. Нет. Я сказал сейчас. Потом. Потом. Сейчас. Потом. Балетная школа в Париже. Беглянку к матери-настоятельнице. Конечно, сестра. А
Откройте сейчас же! Открой, блядь! Я уже 3 месяца изучаю куриц. Я знаю, как они питаются. Я знаю, как они ходят, как они откладывают яйца. Я знаю про куриц абсолютно все. Я назвал это куриные крылышки. Курицы не умеют летать. Но у них же есть крылья. Они должны летать. Ты же летаешь? Да? Лети! Я вас все равно найду. А ну, бегите сюда, негодяи. Прощай. Что? Побежали! Да? С тобой не соскучишься. Я знаю. Виктор, у нас правда получилось. Да, правда получилось. О. Я ее починю. Но, учитывая, что это единственное, что нашли в твоей колыбельке на пороге приюта, ты могла бы быть капельку, самую чуточку. Поаккуратней с ней. Починил. Не надо благодарностей. А завтра, Моншари, Париж ляжет к нашим ногам. Доброе утро, солнышко! Когда ты в последний раз чистил зубы? Начинай с этого! Вот.
не вижу, где мы. Спокойно, мы в Париже. Тихо, иначе нас поймают. Не издавай ни одного звука. Это не я. Ого! Невероятно! Париж изумительный. А где же балетная школа? Расслабься, Фелис. Наслаждайся Парижем. Дыши глубоко. Приветик. О, у вас изумительные усы, мсье. Ах, да. Париж. Город любви. Город мечты. Город славы и богатства. Город фонарей. Город голубей. Я сказал город любви? Да, сказал. А где балетная школа? Я не знаю. Без паники. Мы команда. Мы найдем ее вместе. Думаешь, мы зря сюда приехали? Не говори так. Нельзя никогда отказываться от своей мечты. Мы же дети. И мы тут одни. Я, наверное, напрасно мечтала стать балериной. А ты как думаешь? Виктор? Я подумала... Виктор? Я цел! Вернись! Я не умею плавать! Встретимся на мосту! Завтра в это же время! Как бы ни было опасно, я вернусь! Виктор! Вернись! Не уплывай! Пожалуйста. Забыла, а? Воровать вздумала, да? Отвечай, воровка! Я не воровка! Я смотрела на балерину! Врунья! Выворачивай карманы! Отпусти меня! Ах так! Оставь ее в покое. Да она воровка! Неправда! Честно, это просто неправда! Подумай хорошенько. Если ты ее поймаешь, тебе придется объяснять директору, как она сюда попала. Разве не твоя забота охранять здание? Хочешь, чтобы всю вину повесили на тебя? Беги отсюда.
Прощайте. Давай, уходи отсюда. Нечего красть. Я не могу говорить. Я хотела сказать спасибо, что спасли меня. Сказала. Иди своей дорогой. Извините, а кто была эта балерина? Розита Маури, ведущая балерина в театре. Ух ты! А вот то, что она делала, этот безумный прыжок. Это что такое? А вы тоже балерина? Я уборщица. А ты меня раздражаешь. Иди отсюда. Но вы первая, кто был добр ко мне в этом городе. Меня разлучили с лучшим другом. Мне некуда идти. И я сирота. Отлично. Ненавижу детей. Особенно сироток. Найди себе другую дуру. Одета. Лестница в безобразном состоянии. А я завтра принимаю гостей. Мой особняк должен быть безупречен снизу доверху. Я понимаю, мадам. А раз понимаешь, кто тебе разрешил спать? За работу. Давайте я помогу. Пошла вон отсюда. Вам же нужна помощь. Я умею убираться. Меня даже дразнили чистюли в приюте. Я молодая, у меня ноги в порядке, а у вас нет. Вам сразу станет намного легче с такой помощницей. Ну, ты идешь? Ого, как много ступенек. А вы тут домработница? Да. Оставайся здесь, пока на ноги не встанешь. Но при одном условии. Никаких больше вопросов. А надолго можно? Ах, это был вопрос. Кстати, а кто была эта ведьма? Реджина Лео. Это ее особняк. И таких рыжих сироток она ест на завтрак. Понятно? За работу. А как вас зовут? Недавно вы тут работаете? Есть прозвище? А тут не воруют? Знаете, какое у меня? А у меня будет своя кровать? А вы жаворонок? Храпите? А какой у вас любимый? А что вы едите на завтрак? Я люблю багет с вареньем. Знаете, я сбежала из приюта, чтобы учиться в балетной школе. Правда? Вы там работаете. Наверное, всех знаете. Вы мне поможете? Губы не раскатывай. Как же она вчера танцевала. Просто волшебно. Я обожаю танцевать. А вы любите танцевать? Извините, вы поэтому хромаете. Встать. Да, мадам. Это еще кто? Никто. Помощница. Кормить будешь? За свой счет. Да, мадам. Посушить и погладить все белье. Сейчас же. Это нечисто. Нужно стучаться. Ты кто? О, я Фелис. Я работаю с одетой. Все чищу. Та-та-та-да. Ну все, почистила. До свидания. Стоять, крыса. Ты же за мной шпионила, признайся. Кажется, нет. Нет, шпионила. Ты восхищалась величайшей танцовщицей на свете. Я угадала, крыса.
Вовсе ты не величайшая танцовщица. Вчера я видела... Не сметь грубить. А ты балерина? Еще нет. Мы с мамой ждем письмо о зачислении мне в балетную школу. Но я так талантлива. Плюс директор ужинает в мамином ресторане. Он там обожает ребрышки. Так что через год я буду самой знаменитой балериной. Балериной? Я тоже. Вернись на землю, крыса. Ты никто. А я звезда. Ты лишь вращаешься на моей орбите. Это что? Ты что, что-то у меня украла? Нет. Покажи мне, что это такое? Это мое. Мне это дорого. Не сомневаюсь. Фас! Для мадам Реджины Лео и мадемуазель Камиллы из оперы. На хорошей бумаге. С тиснением. Синие чернила. О, как грубо! У детей нынче никаких манер. Сюда. Ты не Камилла Лео. А вот и Камилла. А вот и нет. Теперь я точно зову полицию. Полицию? Полицию за что? Нет. Что здесь такое? Она говорит, что она Камилла Лео. А ты Камилла Лео? Да. Это же Камилла Лео! Возвращайтесь к себе, милейший. Ладно, как пожелаете. Добро пожаловать, мадемуазель. Весьма рад. И я. А я Огюст Эммануэль Вокорбей, директор оперы. Вы здесь, поскольку ваша мама подает лучшие ребрышки в Париже. Надеюсь, вы еще и танцуете. Ну, конечно. When I look in the light, I wanna see myself shine on the dance floor. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life and say, oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow. Надеюсь, ты не танцовщица. Танцовщица? Кто бы мог подумать. Возвращайся в класс. Хорошо. Вот величайший балетмейстер всех времен. Талантливейший хореограф по вселенной за ее пределами. Красавец, он гордец, силач. Просто богатырь. Настоящий ле-мужик. Вы что-то от меня хотели? Как ты угадал? Да, я записал в твой класс Камиллу Лео. Спасибо. А я Фелис. Фелиция? Нет. Извините, я финалист. Финалист конкурса. И меня зовут Камилла. Ладно, а меня Нора. Это мое имя, но все зовут меня Нора. Имя как-то подходит. Эй, ты чего не разогреваешься? Согреваться? О, боже, с ума сойти. А ты, я погляжу, новенькая, дорогуша. А что, это сразу видно?
Кто это? Ты что, шутишь? Это Луи Миран, балетмейстер, всемирно известный хореограф, рекордсмен по количеству фуэте в одном соло. Фу, что? Повороты, очень сложные повороты. Целых 187 фуэте, а потом его вырвало. Тишина, девушки. Первая позиция, вторая, что? Третья, четвертая и отдых в пятой. Сегодня очень важный день. Я собрал сегодня весь кардебалет для осмотра на роль Клары в «Щелкунчике». Премьера будет на Рождество. В главной роли Розита Маури. Розита? Розита Маури? Не может быть! Итак, у каждой из вас есть шанс танцевать в моем новом балете. Кроме тебя. Вы все хорошо трудились. Кроме тебя. Вы все здесь храбры и талантливы. Кроме меня? Именно. С завтрашнего дня начинаем смотр. Каждый день мы будем кого-то исключать. Итак, завтра, маленькая богачка, несмотря на всех твоих покровителей, мы начнем с тебя. Но моя мать подает лучшие ребрышки в Париже. А я вегетарианец. Четвертая, пятая. Нет. Вторая. Привет. Третья. Третья. Бонжур. Третья. Пятая. Как дела? Шестая. Хотя откуда шестая? Я тоже очень рад тебя видеть. О, Виктор! Привет! Мне столько надо тебе рассказать. И мне. На этот раз правда сломалась. Сможешь починить? Не волнуйся, разберусь. Я выиграл наше маленькое пари. Какой пари? Ну как же, чья мечта первой сбудется? Я стану изобретателем! Правда? Ты просто ревнуешь, что за 24 часа я устроился на работу к автору этого. Ты головой стукнулся, когда на баржу упал? Нет. Вчера, после того, как мы расстались, я спокойно прогулялся по улицам Парижа. Все было хорошо. Просто прекрасно. Мне было нечего бояться, а потом очаровательные парижане указали мне дорогу. И ты не поверишь, я наткнулся на милый бретонский бар, где мне все были ужасно рады. Они встретили меня как брата, сына, племянника. А потом я встретил этого суперпарня по имени Матурин. Мы поговорили, посмеялись, поплясали вместе. А потом мы с моим новым лучшим другом решили пойти к нему в гости. И ты никогда ни за что не поверишь, но он работает в ателье Густава Эйфеля. Лучшего, милейшего и волшебнейшего изобретателя в мире. И я скоро стану правой рукой знаменитости. О, и я вернулся к работе над куриными крылышками. Совмещаю скорость движения воздуха и мочковатую систему. Это как бумажный змей. Ух ты! У меня тоже есть новости. Правда? Я танцовщица. Да-да, студентка в балетной школе. И вскоре стану примой парижского балета. Ты? Примой парижского балета? Ясно. А можно узнать, как ты попала в балетную школу? Через дверь. Я увидела свет и... Врёшь. Ладно. Это из-за Камилы Лео. Она сломала мою шкатулку. Врёшь. Она хотела извиниться. Врёшь. Дай закончить. Врёшь. И дала мне письмо с направлением врёшь, в школу. Врёшь. Ты когда врёшь, носик морщится. Ты мне надоел! Я выдала себя за неё. Что? Ты всех обманула? Ты с ума сошла? Виктор! 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 Вернись! Не уходи! Я вернусь! Опять! You're gonna be somebody. You'll be bigger than Mars. Be my walk on you now. Put the walk on your star. You're gonna take the title of the champion you are. From my Ibiza to LA, London to Qatar. You'll be somebody.
И закончим шпагатом. А теперь встали. Занятие окончено. И покидаешь нас сегодня ты. У тебя энергия пули, но легкость замученного слона. Так что топай. Встаньте, пожалуйста, мадемуазель. Мне и так хорошо. Встаньте сейчас же. Я застряла! Уберите ее отсюда. Вы сказали, выгоняют по одному в день. Хорошо же. До следующего смотра. И уж тогда точно. Пока. Мирант меня ненавидит. Не говори так. Это просто его метод. Нет, она права. Мирант тебя точно ненавидит. Если бы он мог, он бы тебе коленки расквасил своей тростью. У меня нет шансов. Шанс есть всегда. Не всегда. В этот раз, может быть, и нет никаких шансов. Но я хочу здесь остаться. Ну, тогда у тебя есть 12 часов на тренировке. Ага. Слушай, дойди до предела и еще дальше. Мальчик из старшего класса. Обладатель награды «Лучшие скулы балета». Он мне нравится. Такой блондин. Аж сияет. Ух. А ты новенькая, да? Да. Это Камилла. У нее два глаза. В тебе есть душа, Камилла, но танцуешь ты отстойно. Кем он себя возомнил? До новых встреч, душенька. Ага, размечтался. Фелис? Ты что здесь делаешь? Я все объясню. Все и так понятно. Стойте, стойте. Простите. Тысячу раз. Как сильнее сказать «простите»? Я тебе доверилась, а ты меня обманула. Я не люблю лгуней. Из-за тебя меня выгонят с работы. Я поняла. Я все испортила. Но вы не понимаете. С самого детства я мечтала танцевать. И когда я увидела Розиту Маури, и она так изумительно двигалась, я поняла, что хочу стать такой же, и моя мечта может сбыться. Я знаю, это сложно понять. Вы ненавидите танцы. Но я просто хочу сказать, мне очень стыдно. Почта? Почты не было. Как только придет, несите мне. Ты хоть что-то умеешь? Да. По крайней мере, я так думаю. Занятие завтра в 5 утра.
А вы учите? У тебя есть варианты? В 5 утра? На занятия? Да прыгни до колокольчика. Что? Просто прыгни. Я думала, мы будем танцевать. Без разговоров. Да прыгни до колокольчика. Еще раз. А когда мы начнем наши занятия? Мы уже начали. Еще раз. Фелис, никакой точности и изящества. Почти отсутствие чувства ритма. У тебя не поставлена спина, нет грации и шарма. Да ну, нельзя же судить по одному прыжку. Или можно? Можно. С другой стороны, у тебя есть энергия пули, но при этом легкость замученного слона. Ага. Мирант мне то же самое говорил. За 10 лет уборки наслушалась. Так, теперь прыгай, звони в колокольчик и приземлись без единого брызга. Но это невозможно. Я думала, ты мечтаешь танцевать. Ох, ладно. Ну что такое? Проваливайте. Валите отсюда! Кыш! Кыш! Это не то, что плохо. Это катастрофа в обертке кошмара с гарниром из гадости. Пока. В нашу прошлую встречу я был так ужасно груб. Извини. Позволь представиться. Я Рудольф Дмитрий Станислав Артемович Ранковский III. Это титул. Какой у тебя выбор имен? Не волнуйся. Сначала всем сложно. Но мы с тобой особенные. И нам не надо следовать глупым правилам, да? И многие теряют голову от этих слов. Это не просто слова. Я говорю это лишь тебе, Камилла. Лишь тебе. Йоп! Душенька! Ты цела, Камилла? Да, все в порядке. И этот мальчик, Рудольф, оказался настоящий русский принц. С замком, павлинами и такими скулами. Он отвел меня на крышу оперы и смотрел на меня вот так. А потом вот так. А потом один раз вот так. Стой, а мальчик? Что за мальчик такой? Павлины? И еще что за скулы? Еще и Рудольф? Это мой друг. Он говорит,
Я стану кем пожелаю. Но я тоже так говорю. Но он очень глубокий. Глубокий? А у меня зато вот что есть. Та-да! Ух ты, двери. Да, двери в мастерскую моего нового хозяина, инженера, гения. Если ты увидишь, что за этими дверями, мне придется тебя убить. Ну, видимо, теперь придется меня убить. О-ла-ла. А что это? Это статуя развода. Скоро отправится в Америку. Но это страшный секрет. Так что ты ее не видела. Ясно? Ясно. А это мой кабинет. Дом великих идей и гения. Например, тут вы видите план для куриных крылышек, версия 3. В данный момент мы с моим хозяином работаем над несколькими важнейшими изобретениями. Он говорит, что я генератор его идей. Ты умеешь всем этим пользоваться? Еще нет. Но у меня есть стул. О, привет, Виктор. Это уборщик. У него почти никого нет дома. О. Надо наточить все карандаши, и хозяин просил начистить спаги к завтрашнему дню. Значит, хозяин говорит, что ты генератор его идей. Ну, идеи у него свои и, по-моему, гениальные. Но это только начало. Знаешь, Виктор, но ты не ошибся. Мечты могут сбыться. Первая позиция, вторая, третья, четвертая, пятая. Эти пять позиций – основа абсолютно всего. Первая позиция, вторая, третья, четвертая, пятая. Теперь прыжок. Первая позиция, вторая, третья, четвертая, пятая. И поза, и улыбка. Если ты устаешь, значит, ты делаешь успехи. Вы же тоже были танцовщицей, да? Хватит вопросов. Еще раз. Чтобы дотянуться, надо встать на полупальцы. Чувствуй баланс. Ох. Пальцы ног должны быть гибки, как ива, и сильны, как камень. Первая позиция. Никаких рук. Что? Попробуй вот так. Стойте! Ой, вы же были танцовщицей, да? Конечно, я была танцовщицей, Шерлок Холмс. Для вращений надо научиться держать равновесие. Смотри в одну точку и никогда ее не теряй. Так, теперь подойди ко мне, не пролив ни капли. Твое здоровье. Ваше здоровье. Попробуй познакомить правую ногу с левой. Может быть, когда-то они подружатся. Тебя ждет большое будущее в бакалейной лавке. Первая позиция, вторая, третья, четвертая и отдых в пятой. Спасибо, барышни. Это было лучше. Спасибо. Я готова к этим безумным прыжкам. А я императрица Жозефина. Правда? Конечно, я тебе верю. Но можно быть готовой, а можно быть готовой сделать это правильно. Поэтому мы занимаемся каждый день. Но мы же этим и занимаемся. Ты станешь готовой, когда сможешь ответить на вопрос, зачем ты танцуешь. Я же уже говорила. Это моя мечта.
Кстати, безумный прыжок называется гран-жете. И ты не готова. Это танец или кунг-фу? Очень смешно. Это Виктор. Мы вместе убежали из приюта. Здравствуйте. У вас изумительный фартук. А вы, видимо, сегодня идете гулять? Ага. Если она вернется поздно, я тебе голову оторву. Конечно, конечно, конечно. Мы просто, сходим с ней в библиотеку. Британская музыка! Надеюсь, завтра в тебе будет больше достоинства. Однако ты сегодня неплохо выступила. Спасибо, месье. Я не знаю, почему ты радуешься, но это так здорово! Ну что ж, мне пора. У меня завтра пробы. Конечно. Спокойной ночи. А я... Что? Я думаю, ты лучше всех. Спасибо. Что ты делаешь? Ничего. Нет, я просто потянулся. Так вот, да, так-то лучше. Ну, все, я пошел. Идиот, идиот, идиот. Эй, Виктор. А-а-а. Мне было очень хорошо. Спасибо. Спокойной ночи, Фелис. О, прости. Мадемуазель Камилла О. За решеткой. Она украла мою жизнь, мою честь, мое имя. Я требую вернуть их. А? Переигрываешь. Поняла. Как твое настоящее имя? Меня зовут Фелис Лебра. Я сбежала из сиротского приюта в Британии. Я не хотела обижать Камилу. Я просто очень хотела танцевать и... Простите. Мадам. Ты предательница. Ты знала об этом. Ты ранила меня в спину. Пошла вон! Тихо! Мое решение, нравится вам это или нет, таково. Мисс Лео, с завтрашнего дня вы в классе кардебалета. И сможете претендовать на роль в «Щелкунчике». Но имейте в виду, если вы прогоните мадам Одетту, я прогоню Камиллу. А ты? Начала ты в моем классе ужасно. Пробила себе путь ложью и враньем. Но ты весьма многообещающая.
ты упорно и преданно тренировалась. У тебя был хороший учитель. И я разрешаю тебе остаться. Если получишь роль, то сможешь стать частью нашего кардебалета. Провалишься, тебе придется покинуть театр. Это ясно? Да. Вы тоже все поняли, мадам? Конечно. Итак, Фелис Лебра из Британии, твое будущее в балете в твоих руках. А если она хороша, мама? Ты должна получить роль! Ты меня слышишь? Я им отомщу. Еще как. Она даже подметает грациозно. А она была хорошей балериной? Не просто хорошей, лучшей в своем поколении. А потом на сцене случился пожар. Это еще за что? За все. На это у нас нет времени. Речь идет о твоем будущем. У тебя лишь один противник. Камила. Я видела ее. Я знаю ее. У нее превосходная техника, и она куда сильнее, чем кажется. Она очень точная, четкая, и она не знает слова поражения. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Еще раз, вверх-вниз. Мама, вверх-вниз. Я устала. Устают только неудачники. Еще раз, и я получу эту роль. Если хочешь побить ее на ее же поле, не выйдет. Во-первых, ты очень мало ешь. Это плохо. Твои мышцы дряблые, как макароны. Короче говоря, технически она выиграет. Спасибо за поддержку. Значит, мне не получить роль. Получишь, потому что в тебе есть то, о чем она может лишь мечтать. Чувство. Доверься этому. Почувствуй свой гнев, свою боль, свою грусть и свою радость. И все это вложи в танец. Живи музыкой. Чувствуй ее. Каждый звук, каждую гармонию, чтобы тело вибрировало от краешка волос до кончиков пальцев. И тогда, и только тогда ты сможешь выиграть. Итак, сегодня нас покидает... На этом твой путь завершен, Нора. Какой путь? А, меня исключили. Ты мне нравишься. Победи ее. Камилла и Фелис, завтра в 8 утра мы узнаем, кому из вас выпала честь танцевать Клару в щелкунчике с Розитой. Мой совет, вы должны выложиться полностью. Ты делаешь большие успехи, грязная крыска. Но завтра я стану избранной, понятно? Посмотрим. Можешь вкалывать изо всех сил, тренируйся хоть целые сутки, но ты всегда будешь никем. Я не никто. А кто же ты? Отвечай, ты кто такая? Ты никто. Никто. Она ошибается. Ты не одинока. Что? Ой! У тебя есть я. И я точно знаю, чем мы сегодня займемся. Чтобы доказать нашу связь, сегодня мы устроим небольшое романтическое свидание. Я подарю тебе Эйфелеву башню, я подарю тебе фейерверки. Сегодня в 7 вечера. Мне надо готовиться. Нет, вовсе не надо. Ты и так знаешь, кто ты такая. Ты уникальна. Скажи еще раз. Сегодня. Фелис, позволь мне с удовольствием преподнести тебе... Нет.
Виктор, я вышла в финальный тур. Ух ты, поздравляю. У меня тоже прекрасные новости. Мой хозяин наконец заговорил со мной. Он сказал, ты наступил мне на мозоль, биологический мутант. Это ж здорово, да? Никаких манер. Что? У меня никаких манер? У Руди есть. Опять Руди? Он что теперь, твой парень, что ли? Нет, у нас с ним особенная связь. Ладно, ладно. Твоя взяла. И я тебе покажу манеры и особую связанность. Покажу ужин. Мы вдвоем. Плюс ножи, вилки, салфетки. В 7 вечера у северной ноги Эйфелевой башни. Это значит, да? Да. Это значит, да. Садись. У меня для тебя подарок. Они были моими. Будут твоими. Ух ты! Спасибо. Ну все, хватит болтать. Поешь, затем наши занятия. Что? Ну, у меня свидание с Руди. Он сказал, что я готова, что я особенная. Для чего ты танцуешь? Хватит меня об этом спрашивать. Когда я танцевала, перед каждым просмотром занималась, а потом отдыхала. Но Руди меня ждет. Останься. Нет! И вы мне не мать! Извините, я не подумала. Ладно, ступай. Смотри на меня. Смотри на птицу. Нет. Смотри на меня. Это поэма, которую я сочинил в твою честь. А, я поняла. Поэма. Смотри на птицу, что в небе летает. Никто ее не поймает. Пи-пю. Пи-пю. Пи-пи-пю. Ко-ко. Ко-ко. Нравится? Это очень... оригинально. Я знаю. Спасибо. Пойдем, душенька, заберемся на самый верх, к звездам! Ну что, Матурин, потренируемся. Давай, музыку, классическую. Хорошо, но классика не моя сильная сторона. О, стой, 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 стой. Играй лучше бретонскую, но нежно и романтично. Чтобы у нее дух захватило. Она приходит, хихикает. И я смотрю таинственно и загадочно. Дарю музыкальную шкатулку. А она ошеломлена. Я, конечно, в девушках не разбираюсь. Они для меня просто загадка. Но, кажется, твоя сегодня не придет. Ах ты невинный дурачок. Конечно, она придет. Я уже чувствую запах ее духов. О, нет! Бродяги! Париж переполнен бродягами! Но... Не бойся их. Но... Тихо! Следуй за мной. Ничего не бойся. Я разработал технику рукопашного боя на основе танца «Казачок». Ну что еще за глупости? Так, прекрати. Это мой друг. О, ты что, так шутишь? Нет. Это Виктор. Мы вместе выросли. О, боже. Очень смешно. Друзья, да? Если мы друзья, что ж тебе тогда так стыдно? А мне вовсе не стыдно. Ах, еще как стыдно. Мне тебя жаль, Фелис. О, ты ревнуешь? Нет. С тех пор, как ты попала в театр, кем ты хочешь стать? Водишься с этим блондинистым стручком? Мне жаль тебя. Воу-воу-воу, спокойно. Я тебя с ног сшибу одним взмахом своего мизинчика. Просто неохота мизинец пачкать об тебя. Ах, я, значит, грязный. По крайней мере, я не ношу трико! Ну что вы тут устроили? Она моя муза. Да? А моя тоже. Что ты сказал? Только еще лучше, стручок. Стойте! Вы оба идиоты!
Ясно. Ну, тогда прощай. Да, прощай. Это так низко. Что это? Не бегать. Постановка Щелкунчика будет самой революционной. Что такое? Браво! Браво! Спасибо, мадемуазель. Сиротка опоздала. Все кончено. Что ж, поскольку Фелис не соизволила явиться на прослушивание, в Щелкунчике сразит и будет танцевать камин. Стойте! Стойте, я здесь! Прошу вас, дайте мне станцевать. Все кончено! Ты что, не поняла? Сядьте! Прошу прощения. Вы выспались? Не очень. Вы вчера тренировались? Нет. Почему? Ладно, музыка. Еще раз. Она упала. Она дисквалифицирована. Я сказал еще раз. Вы помните наши условия? Камила, вам выпала честь танцевать Клару в Щелкунчике. Что, думала, на этом все кончится, крыса? Нет! Пустите! Пожалуйста! Пожалуйста! Анета! Нет! Анета! Фелис! Ты не увидишь ее никогда. И, конечно, ты уволена. И где Фелис? Я здесь. Отлично. Она оставила надежду. Да-да-да-да. Не смей раскисать, дурачина. Я знаю. Я тоже по нему скучаю.
things to say. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if our gaze is winding back, can you feel it? And if you can tell, I'm a restless girl. Я пыталась убежать, но это глупо, вы меня поймали. Прошу прощения, я возвращаюсь в спальню. Сюда, скорей. Ага. Помогу. Я нужна вам. Я умею убираться. Меня даже дразнили чистюли в приюте. На самом деле, вы нужны мне. Я хочу остаться с вами. Простите меня, я очень скучала. И я. Пойдем. Мирант выделил мне комнату на чердаке. Там и тебе местечко найдется. Работа начинается в 6, час на обед. В 6 утра? Честное слово, его здесь нет. Ты не знаешь, когда он вернется. Прошу. Нет, я не знаю. Тогда передай ему, что мне очень жаль. Я была неблагодарная и глупая, безрассудная дурочка. И грубила. Скажи Виктору, что он мой лучший друг. Навсегда. Да, это тоже моя рука. У меня вообще-то 3 руки. Спасибо. Пожалуйста. Прощай. Пока, Виктор. Это был не он. Его здесь нет. Виктор сотворил чудо. Кто бы мог подумать, а на вид, ну, просто дурачок. Он больше не хочет со мной разговаривать. Он передумает. Нет, 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 нет.
Началось. Стоп! Ты как холодная котлета. Мадемуазель Лео, сегодня премьера, а у вас ни одной эмоции. Но я делаю все движения, как вы сказали. Недостаточно повторять движения. Найди в себе гнев, или боль, или любовь, но найди хоть что-нибудь. Ей это недоступно. На премьере все это поймут. Ладно, я пойду мыть лестницу в фойе. А ты тут закончи, да? Хорошо. Отдай. Отдай сейчас же. Ах, прости. Я недостаточно сильно швырнула ее в тот раз. Не повторяй своих ошибок. Куда это мы уходим? Не хочешь оказаться униженной? Похоже, тебе надо еще заниматься. Ты совершенно не готова. Я тебе покажу, что значит настоящая балерина. Ты в этом уверена? Молчать! Сегодня все эти места будут заняты. Париж будет любоваться мной, обожать меня. Или нет? Я тебе уже сказала, ты никто и всегда будешь никем. Есть только один способ это выяснить. Прямо здесь и сейчас. Девушки, впечатляет. Но позвольте задать вам обеим важный вопрос. Для чего вы танцуете? Я танцую, потому что... Потому что... Меня мама заставила. Танец всегда был частью моей жизни. Мне передалось это по наследству от мамы. А потом мне помогла Одета. Я живу этим. Я в этом настоящая. Она должна танцевать. Это весьма честно, мадемуазель Лео, и смело. У вас есть будущее в театре, если вы пожелаете. Фелис, сегодня вы танцуете Щелкунчика. Ты молодец. Молодец, солнышко! Браво, браво! Да, браво! Да!
Вуаля! Я назвал это голубиными крыльями. Ого, отлично. А можно я не буду их испытывать? В жизни надо рисковать. Обещаю, они почти наверняка должны сработать. Вот это здорово. Моторин, оставь нас наедине. Когда? Моторин, наедине. А, сейчас. Я понял. Сегодня я буду танцевать на премьере. Я хочу, чтобы ты был там. Правда? Правда. Ты мне нравишься, Филлис. Я готов с тобой смеяться и плакать одновременно. А ты странный. Так, 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 так. Ты ему не поможешь. Сначала ты обманула мою дочь. Мама. Затем заняла ее место. Мама! А теперь стой. Ты хочешь отнять нашу честь и мое будущее! Мама! Думаешь, ты можешь настроить дочь против меня? И это сойдет тебе с рук! Меня никто не обманет! Мама! Ты ее пугаешь! Хватит! Когда она в прошлый раз так опоздала, все плохо кончилось. Там большая страшная тетка согнала твою подругу на статую и хочет ее убить. Что? И все, я описался. Скорей, давай, спасай ее. Моторин, голубиные крылья. Тебе сегодня не видать. Трагический случай в ночь дебюта. Теперь у тебя будет кое-что общее с одетой. Вы обе раньше были танцовщицами. Филлис, пусти ее! Ой-ой, ладно. Предусмотреть тормоза. Не можешь просто признать, что я изобрел что-то, и это работает. Могу. Ну, так и скажи это. Виктор Франсуа Завье Первый. Ты великий изобретатель. Спасибо. Ты готова. Танцуй всей душой. Ты выиграла пари. Твоя мечта сбылась.
a dream or was it real? We crossed the line and it was on. Давай зажжем этот город. Кажется снова, что жизнь.
боюсь надежду.